Все для здоровья и спортивного образа жизни. В Ленинском округе в одном из густонаселенных жилых районов открылся новый фитнес-клуб. 3500 квадратных метров, где собраны самые современные и передовые тенденции мировой спортивной индустрии. Только линейка групповых программ насчитывает более 50 часов в неделю. Поздравить жителей с открытием нового фитнес-клуба приехали первые лица муниципалитета. Наш город любит спорт, и у нас много спортивных традиций. Поэтому мы всегда рады и очень ждем, когда открывается новая вода для спорта, когда открываются новые залы. А сегодня команда, молодая, спортивная, преданная спорту команда, открывает вот этот спортивный центр. Сегодня мы понимаем, что не только дома надо строить, но досуговые, культурные, спортивные, развлекательные центры. И вот с этой задачей он и его друзья справились на отлично. Среди учредителей клуба известные баскетболисты Тимофей Мозгов и Никита Шабалкин. После большого спорта они ушли в бизнес, и открытие фитнес-клуба стало логичным продолжением их карьеры. Мы закончили со спортом, искали какие-то новые идеи, чем-то надо было заниматься. А здесь было поле непаханное, и мы решили, в общем, это поле непаханное скопать, скопали, и вот у нас прекрасно получилось. Сейчас все ребята с соседних поселков все к нам едут, все тренируются, и все нам огромное спасибо говорят. Просторное помещение с самым современным оборудованием. Есть зона для силовых и кардиотренировок, зал для кроссфита и клуб смешанных единоборств. А еще бассейн. И, конечно, баскетбольная площадка. Рассчитана она на детей, которым здесь уделяют особенное внимание. Маленькие клиенты клуба делают первые шаги в фитнесе под чутким руководством тренеров, имеющих специальное образование и соответствующий опыт.